Эта заготовка знакома многим, но в таком исполнении ее готовили не все. Баклажаны – огонек без обжарки на зиму. Баклажаны предварительно будем отваривать в маринаде. Получится очень вкусно. Здесь нам понадобится стерилизация, в итоге баночки с баклажанами будут стоять отлично даже в квартире. Такая заготовка идеально сочетается с любыми блюдами, можно подавать и к мясу, и к рыбе, также очень вкусно с разными видами каш, рисом. Закуска достойно украсит даже праздничный стол. Берите рецепт на заметку. Баклажаны – 1 кг. Вода – 1,5 литра. Уксус 9%, 120 мл. Болгарский перец – 4 штуки. Перец острый – 1 штука. Масло растительное – 1 столовый кон. Соль – 1 чайная ложка. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Баклажаны вымойте и просушите, после нарежьте кружочками. Перцы очистите и сполосните. Жгучий перец чистите в перчатках, чтобы не обжечь руки. Измельчите перцы в чаше блендера и смешайте с маслом и солью. В глубокой сковороде или кастрюле доведите до кипения воду и уксус, добавьте соль по вкусу и варите баклажаны 10-12 минут. Банку вымойте и простерилизуйте удобным способом. Наполните банку слоями, баклажаны, перечная смесь. Столовые заготовку 30 минут с момента закипания воды в кастрюле, после герметично закатайте крышкой и поставьте дном вверх, укройте одеялом и оставьте на сутки в покое. Приятного аппетита!